Большая расческа, журнал из киоска, пропуск с работы, половинка банкноты, пинка для ногтей. Связка ключей, упаковки, салфетки, какие-то таблетки, чеки за шмотки, запасные колготки, детские рисуночки. Все это женская сумочка. Что-то вы все время с сумочкой боретесь. Нет, я вам скажу, я же постарше вас буду. Поверьте моему богатому жизненному опыту, еще ни одна женщина в жизни не победила собственную сумочку. Наоборот, случаи были. Одна женщина однажды полезла в сумочку и там пропала. Неделю искали. Нифига, она там ходила. Ну, хорошо там у нее поесть, что было там. Печеньки, старые крошки, шоколад. А потом сделала из салфеток для носа в самолетике и улетела домой.